Ребят, для начала давайте все вместе поприветствуем этого сюда и стать. Но мы с вами не просто так поздоровались, мы с вами запустили колесо истории. Окажемся сейчас в прошлом, а вот в каком именно периоде истории нашей страны нам предстоит с вами узнать. Каждому из вас я выдаю половинку исторического понятия. Ваша задача найти себе пару таким образом, чтобы у вас вдвоем получилось цельное историческое понятие. И вам нужно встать со своей парой рядом. Да-да, ходите, разговаривайте, конечно.
Как впечатление? Почему не очень? Что здесь вообще происходит такое? Вот на ваш взгляд, что вы видите? Вы видели здесь? Еще раз. Штурм Белого дома. Штурм Белого дома. Еще здесь что-то услышите. Ирина, вы, по-моему. Скажите, а вот танки, войска, это вот кто мог вывести? Вы уже даже Ельцин, да, то есть власть. А против кто вышел? Народные массы. Так вот, давайте с вами сейчас попробуем предположить. И каждая группа попробует вывести гипотезу относительно того, почему могли произойти эти события. От себя лишь скажу, что эти события произошли 4 октября 1993 года, и в результате погибли, по разным оценкам, около 200 человек, и ранения получили 1000 человек. Ваша сейчас задача в группах предположить, почему могли произойти эти события. Опять же, гипотеза не обязательно верный ответ, это всего лишь ваше предположение. Сейчас минуту в группах поработайте и предположите. Конференции, когда сидит
представители власти уже задают вопросы, и он отвечает. Конференция, референдум. Еще есть варианты какие-нибудь? А? Выбор. Ну, на выборах недовольство властью не, там, наоборот, приоритет кому-то дается. А такое вот понятие, как митинг, вы когда-нибудь слышали? Вот у нас сегодня с вами и будет митинг. Митинг, потому что это более цивилизованная форма, более демократичная форма, нежели когда вот народ уходит на баррикады. Поэтому мы сегодня с вами попробуем цивилизованно выразить протест, выразить требования власти. Для этого нам нужно с вами сегодня исследовать экономические, социальные, политические процессы, которые происходили в нашей стране в начале 90-х годов. А у вас на столах лежит инструкция посередине, посмотрите. Вот первых два листа инструкция. Сейчас ознакомьтесь с группой инструкции, что вам нужно будет первую часть прочитайте. Скажите, первая группа, вы на митинге кто будете? Представители бизнеса. Представители бизнеса. Вам что нужно будет сделать? Положительные результаты, да? А ваша группа кто? Вот ваши требуются? У вас? Вы на митинге кто будете? Представители власти. И четвертая группа. Вы на митинге кто будете? Народные массы. Ребят, вот для того, чтобы подготовить вам выступление на митинг, у вас на столах есть все необходимое. Текст учебника. Исторические, научные статьи, газетные вырезки, а также даже анекдот. Также у вас фломастеры и ватман для того, чтобы вы смогли нарисовать плакат. На работу вам 7 минут. Есть три правила. Первое правило. Выступление ваше не более 40 секунд. В своем выступлении вы должны оперировать нашими историческими понятиями. И третье. Вам нужно распределить обязательно роль, потому что материалов очень много. Все, начинаем работу. Thank you.
Сейчас мы прочитаем решение, все, что мы можем написать. Thank you.
общение с собственной жизнью, да? Пять минут осталось. Главное – это установление нового правительства.
Также сейчас по стране ходит анекдот, который мы хотели представить вам, который отразит всю сущность ситуации в сложившейся стране. Доктор на лекции. Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, надо с оптимизмом относиться к жизни, быть доверчивым к людям. Голос из зала. Доктор, у нас приняты одни оптимисты. Погоду не получают зарплаты, а голосуют за Ельцина и Зютина. А кто доверчив, лишился квартиры. Я думаю, все в этом анекдоте понятно и на самом деле отражает сущность всей сложившейся ситуации в стране. И надеюсь, что наши принципы будут осуществлены. Спасибо. Присаживайтесь. Следующими у нас представители бизнеса. Что они скажут? Есть плюсы для нас. Да. Мы получили свободу предпринимательской деятельности. Приватизацию. Да. Собственность переходит в руки частных лиц. Да. Паучевы. Они дают да. право приобретать акции предприятий. Да. Даешь жилье в частную собственность. Да. Даешь самореализацию. Да. Спасибо. Очень эмоционально, как на настоящем митинге. И теперь чем ответит власть на все претензии? У нас, к сожалению, чтобы поспорить, а на это нет времени. Уважаемый народ РСФСР, мы тоже взволнованы и обеспокоены состоянием дел в стране. Но это все временные трудности, вызванные переходом к рыночной экономике. У нас не было другого выхода. Так как экономика страны в 90-х годах находилась в сложном положении, предприятия тяжелой промышленности пришли в спад. После распада СССР внешнеэкономические связи страны были нарушены. Мы провели шоковую терапию. Для вывода из кризисной ситуации мы берем курс на оздоровление экономики за счет рыночного хозяйства. Для этого у нас были проведены некоторые реформы, и в 2001 году было приватизировано около половины всех предприятий. Также случилась приватизация жилья, рынка. Реформы оказались очень спасительными для экономики. Да. Да. Спасибо большое. Присаживайтесь. Вот, ребят, не знаю, мы сегодня с вами попробовали провести более цивилизованный форму выражения протеста власти, но не нам с вами судить тех людей, которые вышли в 93-м году на баррикады, не нам с вами судить власть, которая против людей вывела танки, поэтому, потому что мы не жили с вами в это время, да, это было разное время, кто-то любил, кто-то страдал, кто-то воевал, кто-то обогащался, кто-то беднел. Разное время, но это было наше с вами время, наша с вами история. И мы должны уважать, чтить и знать. А для завершения урока прошу вас всех выйти и допустить колесо истории оказаться в 21 веке, нам поможет вот этот клуб. Одному кому-то брошу, ответите на один вопрос, и мы с вами расходимся. Какой вопрос, Александр, читаете? Пригодятся ли вам знания, приобретенные в уроке в дальнейшей жизни? Пригодятся? Я думаю, да, так как это наша история. Все, ребят, спасибо большое, вы мне очень помогли. До свидания.